Ладно, ребят, давайте начнем, да, кто сегодня к нам приходите. Добрый вечер, да, уже стемнело. Меня зовут Никита, Алла моя партнерша. Мы представляем клуб движения, который здесь регулярно проводит эти вечеринки под открытым небом. Но и также мы стараемся сделать небольшую активность для посетителей парка культуры. Соответственно, проводим небольшие ознакомительные занятия по парному танцу «Тасту». Собственно, как он выглядит, можно посмотреть на площадке. Через час здесь народу будет гораздо больше, а пока достаточно будет места, чтобы провести занятия. Значит, ребят, что мы танцуем? Танец «Хастл», парный, социальный считается, достаточно простой изначально к обучению. Вот, строится на простых, понятных фигурах, танцуется по ведению. Это значит, что партнер что-то придумал, девушка исполняет. Поначалу так, потом периодически, да, правила немножко меняются. Вот, мы для танца используем стандартную европоп-музыку, которую вы слушаете в основном по радио, ну и, собственно, которую вы слушаете регулярно здесь на площадке, и под нее мы делаем какие-то фигуры. Значит, ну, поскольку танец, нам нужно начать с ног, соответственно, давайте, да, если готовы начать заниматься, давайте мы сразу разобьемся на две части. Я попрошу молодых людей встать за мной, девушки, вставайте за Аллой. Ага. Да, немножко. Ребята, прошу, распределитесь, чтобы нам места здесь достаточно. Я думаю, все вы увидите, пока еще не совсем стемнело. Распределяйтесь. Значит, смотрите, мы должны начать с первых шагов. А как выглядит это движение? Собственно, у нас основная мелодия, как бы, выглядит. Движение. Сейчас я вам расскажу, как выглядит движение. Эти четыре шага.